нет инфо. Правда прямо и просто. То, что интересно, то, что все обсуждают. Дино МС, СТ расскажут вам об этом остро. Читают между строк те, кто понимают. На юбилейном съезде партии власти 10 тысяч массовки и никакой фальши. Лица делегатов там озарили счастьем. Миру рассказали, как будем жить мы дальше. Веселье, радость, воодушевление в зале. Народ приветствует стоя своего кумира. Эксперты с прогнозами уже опоздали. В России сохранится привычная картина мира. Дмитрий Анатольевич, будущий премьер или лидер партии, но это уже не важно. Он публично всей стране дал совет, что Путина, как он, должен поддержать каждый. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Нам отсюда, извините, так далеко не видно. Какой же все-таки курс мы продолжаем дальше? Есть ощущение, что людям немного обидно. Все уже решилось, а нас даже не спрашивали, останется ли либеральная идея в прошлом. Модернизация забудется, как нацпроекты. Оппоненты злятся, но говорят осторожнее. Хотя, наверное, время говорить конкретно. Видимо, ждать осталось нам совсем недолго. История повторилась, сделав печальный круг. Новенькие айпады уберут на полку. СССР вернулся под аплодисментов звук. 5 триллионов рублей, и это ежегодно. Наших с вами самых, что ни на есть народных. Как распили, приделить на закупки госу. Такую сумму поделить даже им не просто. Нужны соответствующие меры. Проект закона федеральной контрактной системы. И протащить закон уже пытались весной. Но все попытки были смыты Навальной волной. Сейчас проект немного изменили. Разместили в сети людям на обсуждение. Мол, почитайте, ничего ли мы не забыли. Смотрите, нас волнует общественное мнение. Давайте же и мы обсудим, значит. И начнем мы с размещения заказа. Теперь законно будет вправе заказчик неугодных ему отсеивать сразу. Контроль общественных советов при чем-то там. Яркий пример таких — совет Минобороны. Простите, но он первым на ум приходит к нам. С небезызвестным Мигалко Михалковым. И, кстати, жалобы писать станет запрещено. Теперь чиновник сможет спать спокойным сном. Сейчас-то мало кто готов, но риск все же есть. Жалобы станут незаконны при ФКС. Менять систему госзакупок, конечно, нужно. Но тут красиво говорят, а пишут хапужно. И для того, друзья, чтобы мы не сели в лужу, читать давайте законы, а не просто слушать. Наш народ, он на выдумку хитер, и его точно уже никак не исправить. Здесь для фантазии свобода и простор не по душе ему. Трезвый ум и твердая память. Алкоголь запрещен к продаже ночью. И, кстати, скоро запретят еще и пиво. Этого наши люди не выдержат точно. Из ситуации выходят с креативом. Можно заказать себе фирменный брелок. В подарок привезут любую крепкую бутылку. Можно еще в аренду или взять в залог. Испортить и оплатить, если особо пылки. В общем, как напиться, люди всегда найдут. Здесь дело не в запретах, а в менталитете. Мы против пьянства, но традиции свое берут. Хотелось бы, чтобы совсем не бухали дети. Увольнение в связи с утратой доверия в случае коррупционных нарушений. Это еще пока только лишь предложение от президента страны Дмитрия Медведева. Увольнение в связи с утратой доверия, как в 2010-м уволили Лужкова, Короткова, Леню, Баринова, Алексея. Теперь же будет не пожарный, а просто норма. Бывший помощник главы правительства России Борис Надеждин напоминает, подобная формулировка звучала прежде, еще в советском ГЗОТе, если кто не знает. Только вот чье доверие нельзя утратить, чиновника ли который на должность выше. Просто скажем, общество оно не доверяет в первую очередь тем, кто законы пишет. Дино МС, СТ, лови на видео новости, какими вы их еще не видели.